Всем добрый день! Сегодня приготовим торт, который готовится очень даже быстро и просто. На вкус просто вот превосходный. И тем более, что он малокалорийный. Сюда входят такие компоненты, как сметана, малина и вот корж невский, который я покупаю, он есть в любом супермаркете, стоит 80 рублей. Этот торт я приготавливаю, когда, допустим, мне кто-нибудь позвонит, ну и захочет прийти ко мне в гости. Допустим, через полчаса или через час. У меня всегда в запасе есть эти коржи, малина намороженная из своего собственного дачного участка и сметана. Вот этот торт готовится буквально полчаса. Без всякой выпечки. Но давайте его приготовим. Вот я уже приготовила крем. В вазочке вот у меня тут стоит. И давайте посмотрим, какой консистенции получился крем. Со сметаной, малиной и сахаром. Вот такой консистенции получается крем для пропитки нашего торта. Давайте я еще раз, значит, повторю, какие нужны ингредиенты для крема. 400 грамм сметаны 20%, грамм 300 замороженной малины, 2 столовые ложки сахара. И все это хорошо перемешиваем. И получается вот такой вот крем, которым мы будем промазывать все слои нашего торта. Вот торт готов. И можно его сверху чем-нибудь украсить. Допустим, потереть на терке шоколад. Или вот как у меня на блюдце лежат цукаты. Можно цукатами украсить. Ну, это уже дело каждого, это фантазия каждого. Кто как хочет украсить этот торт. Но в основе своей он получается вот такой вот, как на моем видео. Торт готов, и можно встречать гостей. Пока гостей встречаем, уси-пуси, пуси-муси, чмоки-чмоки, торт за это время пропитается. Как видите, в приготовлении этого торта ничего сложного нет. Все довольно очень быстро и просто готовится. Простые тут ингредиенты, ничего сложного нету. Но на вкус вот просто обалденный воздушный торт получается. Кому понравился рецепт приготовления моего торта? Встречаем гостей. Поддержите меня лайками. Подписывайтесь на мой канал. Гости моего канала, кто сегодня зашел на мое видео, буду очень рада и признательна вам за свое внимание. Ну а на сегодня, друзья, я всем говорю до свидания и до новых встреч на моем канале.